Юрсем, у нас опять засуха на Алтае, опять вызвали МЧС. Сейчас будем набирать все наши емкости. Тут был дождь, немножко налило, но вот мы уже использовали всю дождевую воду. Сейчас будем заливать озерной водой. Вызвали местный МЧС. Вода — это жизнь. Вот опять нужно себе жизнь добывать. А потом еще подъем огород. Я хочу систему водостоков сделать на сарайку. Крыша большая. Вот пока это у меня в проекции. И, конечно, приобрести большую емку, пока вот только маленькие емки. Я сейчас снял вот эту, а потом ее надену. Сейчас-то она не нужна. У меня новая емкость появилась, вот кубовый бак. Я очень люблю их. Вот таких несколько штук можно поставить и соединить между собой. Получится несколько кубов. Теперь начинается операция «Дождик». Рада видеть, а нет? Рада. Давно огород наш так не получал влаги. Потому что, ну, был какой-то небольшой дождь, но этого мало. Хорошо. Я передаю репортаж с места дождливой Британии в Лондоне. Вот дождь, как дождь, тучи кругом. Ну все, таким образом мы польем свой огород. А кстати, в прошлом году приезжал этот другой был пожарный. Он где, на пенсии, да, уже? Не помнишь? Куда? У вас другой сотрудник был. Приезжал, паренек тоже. Сказали, он на пенсию ушел. Да-да. Там, наверное, у вас день за три идет, да? День за год, точнее. Всего доброго, всем желаю воды. Чтобы у всех была вода. Вода — это ресурс. Самое главное, пожалуйста.